Всем привет, я Алина Николаева, мне 17 лет, я представляю Амурскую область. Я проживаю в городе Белогорск. Между Амурской областью и страной Китай протекает река Амур. Вот. И это мельчайшее расстояние, то есть, по идее, там можно просто проплыть, и ты уже окажешься за границей. Я занимаюсь эстрадно-джазовым вокалом около 10 лет, именно профессионально. Совсем недавно поняла, что хочу связать с этим творчеством свою жизнь и в целом идти по этому направлению дальше. За весь мой творческий путь было много довольно-таки падений, и я не понимала, чего я хочу в целом. Поругалась со своим самым родным человеком, это с мамой. Мы не слышали друг друга, вообще в целом не понимали. И дошло все до того, что мы просто не живем вместе и около года не общались. Эта ситуация мне прям многое дала. И в целом за год я поняла, что никогда не буду больше останавливаться. Хватит отстраивать эти грустные мысли, пора идти и просто пахать. Я повзрослела, поняла, что больше поступать так не буду, и думаю, все будет хорошо. В своей песне сегодня я хочу еще раз обратиться к своей маме, сказать о том, что я ее очень сильно люблю, и хочу, чтобы она меня услышала.